Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам рассказать о курсах для взрослых в Алании и о центре обучения взрослого населения в Алании. Сейчас я нахожусь в классе, сегодня урок у нас уже закончился, и хочу сказать три основных момента. Курсы для взрослых в Алании организуются в центре образования населения, который находится за LCY Kiki. Также, вот видите, пришла уборщица убирать. Также в Асмеке, которая находится на пятничном рынке, чуть позже вам покажу. И что самое главное, посещать эти курсы могут только те, у кого есть турецкое гражданство или вид на жительство. И курсы в основном бесплатные. Курсы есть самые различные, есть курсы языковые, которые проходят вот в таком вот классе, как у нас. Есть курсы по рукоделию, по курсы обучения компьютеру, есть курсы готовки и так далее. И чуть позже я пройду наверх и расскажу вам про эти курсы. Видимо, уборщик хочет, чтобы я скорее отсюда уходила. В этом здании у нас три этажа. На третьем этаже у нас есть туалет. Здесь есть компьютерная комната. Я не знаю, в ней... Сейчас обучаются. Компьютерная комната была основана в 2008 году. Это компьютерная комната бесплатная, там обучают различным программам. Здесь у нас проходят языковые курсы. Вот эта комната тоже свободна. И класс выглядит вот таким вот образом. Здесь проходят языковые курсы. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть компьютер, на котором учитель включает различные видео и так далее. Все это посредством проектора передается на экран. Вот мы видим, здесь проходили курсы турецкого языка. Таким образом выглядит класс. Здесь висит карта Турции, различные глаголы, слова на английском языке, различные грамматические моменты и, конечно же, стоит глобус. Ну, в общем, вот таким вот образом выглядит самый-самый обычный класс. Пройдем чуть-чуть дальше по коридору. Здесь еще один класс, чуть поменьше. Здесь, видимо, проходили какие-то уроки музыки. Здесь еще один класс. Я сейчас снимаю, когда уроков нет. Но если вы хотите, чтобы я познакомилась с теми, кто занимается в нашем классе, а в нашем классе занимаются немного человек, нас всего 8. Я иностранка, есть девочка из Казахстана и девочка из Туркменистана. И три турчанки. Давайте сейчас пройдем наверх, я вам покажу, если мне, конечно, разрешат снять, как выглядят курсы рукоделия, готовки, делают цветы из шелка. В общем, также могут обучить вас парикмахерскому мастерству. Но, друзья, самое главное, что посетить эти курсы вы можете только, если у вас есть вид на жительство и турецкий номер, идентификационный номер. На третьем этаже вы можете научиться шить, делать какие-то изделия из дерева, а также научиться различным искусствам ручным. Как я уже говорила, это искусство, например, делают они цветочки из шелка. Это учреждение государственное, поэтому здесь все бесплатно. Вот здесь женщины учатся шить. Дальше я, конечно же, не пойду, но могу вам показать. Здесь есть кухня, здесь есть туалет. В общем, в школе еще много народу, и поэтому я все-таки не заходила в классы и не стала никого смущать. Но видела женщину, которая учится шитью, рисованию, ну, в общем, различным рукоделием. Когда организуются эти курсы? Эти курсы, если, я думаю, что прежде всего вас интересуют языковые курсы. Языковые курсы организуются 2 раза в год. Кстати, здесь еще есть бесплатный психолог. Если у вас есть какие-то вопросы психологического плана, вы можете
вы можете обратиться совершенно бесплатно. Так вот, языковые курсы организуют 2 раза в год. Эти курсы проходят с октября по декабрь и с февраля по май месяц. Где находится наш центр образования? Вот вы видите, я спустилась по лестнице, и если пройти вот в ту сторону, центр образования будет прямо за магазином LC Waikiki. Другой центр образования взрослого населения, АСМЕК, он находится на Пятничном рынке, его покажу вам чуть позже. Так вот, если говорить о языковых курсах, организуются они 2 раза в год, и в центре образования населения проходят курсы по следующим языкам: турецкий, английский, немецкий, французский, арабский и русский. То есть 6 языков. Есть различные уровни. Уровни А1 и уровни А2. Я сейчас хожу на курсы французского языка уровня А1. Наше занятие закончится через 2 недели. И в декабре месяце уже откроют уровень 2. На 2-й уровень могут попасть только те, кто прошел и получил диплом 1-го уровня. Это касается всех языков. Очень много иностранцев ходят на, конечно же, в основном на курсы турецкого. Там получаются очень большие группы. У нас в группе на французском всего 8 человек. Я еще, кстати, ходила на арабский. На французском у нас всего 8 человек, а на турецком бывает так, что яблоку негде упасть и мест совершенно нет. И если вы приезжаете в Аланию, получаете вид на жительство, то можете записаться примерно за месяц до начала этих курсов, вы можете записаться на курс. Например, если курсы начинаются в октябре месяце, то примерно с 1 сентября идет запись на курс. Если курсы начнутся в феврале, вот, например, в феврале 2019-го, то запись на курсы идет, по-моему, с 1 января, будет с 1 января. Особенно курсы турецкого языка, потому что приходить нужно раньше, потому что очень много желающих. Сейчас я иду в банк. И, конечно же, друзья, если вы хотите, чтобы я вас познакомила с девчонками, которые ходят на курсы, обязательно напишите в комментариях, хотите ли вы узнать, почему мы все изучаем французский язык. Но я вам расскажу, почему я изучаю французский язык. Я ходила на курсы арабского языка. К сожалению, не пошло. Стиль преподавания мне не понравился. Пыталась я делать это 3 раза, точнее 2 раза. Потом я учила в частном порядке алфавит, училась читать. На этом и осталось. И в этом году я пошла опять записываться на курс арабского, но, к сожалению, был тот же преподаватель. И к тому же преподавателю я идти совершенно не хотела. И когда я хотела записаться на курс арабского, я узнала, что будет французский язык. Французский язык я учила в школе, как, наверное, многие из вас. Пишите, кстати, кто учил французский. Это было... сколько лет назад это было? Лет 18 назад, наверное, это было. Но поскольку французский, английский, европейские языки, они так или иначе очень похожи, я подумала, что пойду-ка я восстановлю свой французский язык. Ну, в общем, записалась я на курсы французского достаточно успешно. У нас очень классная учительница, классная группа небольшая. Поэтому, если вы хотите, обязательно вас познакомлю со всеми нашими девочками. Если у вас возникнут какие-то вопросы по поводу курсов, по поводу обучения иностранцев, обязательно пишите в комментариях, я постараюсь ответить. Ну и, конечно же, самое главное, для того, чтобы узнать, какие курсы проходят и когда, вы можете обратиться в
Халк Этим Меркези, Центр образования взрослого населения, а также можете обратиться в АСМЕК. Все ссылки на места в описании к этому видео, и все они находятся в центре Алании. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. До встречи в новых видео. Пока-пока.